Новгородские коммунальщики помогли верующим с очисткой святого источника. Хулиганы забросали колодец мусором. Святой источник вблизи церкви Воскресения Христова на Красном поле издавна привлекает внимание верующих горожан. По их мнению, вода из этого колодца имеет целительные свойства. Ежегодно 9 июля новгородцы приходят сюда на празднование и поклонение Тихвинскому образу Пресвятой Богородицы. Но в этом году традиционного паломничества могло и не состояться. 16 апреля мы здесь провели акафист и святный молебен. А в 17-го уже здесь вот так вот напакостили. Набросали туда шин, грязи очень много, зал. И здесь вот жарили, парили. Это, в общем, то, что нельзя делать. Здесь место святое, и не положено здесь ни курить, ни пить. В начале 20 века недалеко от храма было два святых источника. Один из них в советские годы был засыпан песком. Чтобы не потерять и второй, прихожане решили спасти колодец. Помощь в этом им оказал Новгородский водоканал. Коммунальщики убрали со дна мусор. Отметим, что после произошедшего инцидента доступ к источнику ограничен не будет. Ценители здешней воды вновь надеются на благоразумие гостей Красного поля.